Открытое голосование по выбору объектов благоустройства в муниципалитетах показало свою эффективность. Старт обсуждению проектов на 2022 год будет дан 26 апреля. Процесс выбора будет полностью переведен в цифровой формат. Голосование пройдет на специальной платформе za.городсреда.ру. Минстрой страны совместно с некоммерческой организацией «Диалог региона» создали новый портал. Здесь будет собрана информация по благоустраиваемым территориям всей страны. Проголосовать можно будет на платформе, скачав ее в виде приложения на смартфон в многофункциональных центрах республики и с помощью волонтеров. Задача волонтеров будет информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Через добровольцев можно будет также регистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.